Если мы говорим про Ивана Петровича Пупкова, который живет в небольшом поселке недалеко от городского центра, то я думаю, что никак он на себе санкции эти не ощутит, и вряд ли он будет негативно к этому относиться. Наоборот, таких людей подобные вещи сплачивают, то есть мы становимся частью единого большого целого. Поэтому, мне кажется, для таких людей никаких последствий экономических, моральных и прочих не будет. Но если мы говорим про топ-менеджера среднего звена, который привык уже ездить за рубеж в Швейцарию, а иногда там на Мальдивы даже, когда премию хорошую заплатили, то такие люди, наверное, на себе почувствуют эту историю, но не думаю, что это как-то принципиально мощно отложится на конкретной жизни конкретно среднего топ-менеджера. Если мы говорим про людей серьезных, которые покупают острова, яхты и бизнесы в разных странах, то тут, безусловно, им придется лавировать. При этом я знаю то, что часть газовой промышленности Германии уже принадлежит российскому бизнесу. Мне кажется, что и там ребята обо всем договорятся, и все будет хорошо.